В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базовлук. Сьогодні до нас завітав декан факультету психології, політології та соціології Національного університету Одеська юридична академія Денис Яковлєв. Вітаю вас, пане Денис. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про особливості вступної кампанії 2021 року, її особливості та чим вона відрізняється від вступної кампанії 2020 року. Передусім, дозвольте привітати всіх з Днем Соборності України. Це значне свято і, звичайно, що такі наші абітурієнти, які будуть здавати історію України, мають це знати, шанувати і поважати. Вони готувалися, я впевнений, не один рік до вступу на наш факультет. А що стосується оцінки і наслідків цієї події, акту злуки між УНР і ЗУНР, то, напевно, що якраз фахівці, які готує факультет психології, політології та соціології, це якраз завдання – дати оцінку, а як сьогодні з нашою соборністю, а що нам заважає, а як нам побудувати квітучу країну, яка би влаштовувала всіх мешканців і всіх громадян. Тут же є і психологічні, і політичні, і безумовно соціальні проблеми. Тому якраз хотів ще раз привітати всіх з Днем Соборності і сказати, що якраз на факультеті психології, політології та соціології готуємо таких фахівців, які мають володіти знаннями з історії України, глибоко знати і шанувати свою історію, але дивитись в майбутнє. І на факультеті зроблено все для того, щоб ми давали інструмент, аналітичний, науковий, раціональний інструмент політологам, психологам та соціологам для аналізу таких подій історичних і сьогодення. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу, вы знаете, сегодня действительно политология, социология, психология – это очень востребованные специальности. Мы их называем, это специальности 21-го столетия. Это касается и оплаты труда психологов, политологов и социологов, потому что сегодня заработная плата и возможность заработка, возможность получить прибыль, используя свои знания, она очень велика и у социологов, и у политологов, и у психологов. И, конечно же, не зря и президент Академии Сергей Васильевич Кивалов еще в далеком уже сегодня, в 2010 году, принял такое решение, что создать на базе Национального университета Одесская юридическая академия факультет психологии, политологии и социологии. Вы знаете, очень важно, что юридическая академия, и вот именно на базе юридической академии, то есть где готовили, есть славные традиции подготовки юристов, готовят сегодня политологов, социологов и психологов. Почему? Потому что каждый наш студент должен владеть знаниями, базовыми знаниями, основы права. Это пригодится и при трудоустройстве, это пригодится и в жизни каждого, это и конституционное право, особенно касается политологов. Конечно, мы должны все это знать, и поэтому вот такой, если хотите, фишкой факультета психологии, политологии и социологии, который создан на базе и по инициативе Сергея Васильевича Кивалова, является как раз то, что мы объединяем в подготовке студентов разные дисциплины, разные науки. Мы вот говорим, что психология, политология, социология. Что это значит? Индивид, общество, политика. И вот сегодня это такая амбициозная цель, которая поставлена перед нами нашим руководителем, академиком Киваловым, и мы ей очень четко следуем, что готовить специалистов, которые гармонично в себе сочетают знания об индивиде, понять себя прежде всего, это я думаю, что это важно для каждого человека, познать себя, познать свое место затем в обществе. Но я говорю в обществе. Ну, конечно, мы, когда говорим общество, это не какая-то там виртуальная, да, конструкция, что-то далекое. А это для учеников, это в классе. Люди, которые нас окружают. Друзья, знакомые, в повседневной жизни. Семья, прежде всего. Трудовой коллектив потом. И это тоже очень важно. Это уже здесь мы говорим о взаимодействии индивид-общество, индивид группа, индивид, социальная группа, социальная общность. Это уже более такая, такой социологический инструментарий здесь нам подходит. Ну и, конечно, политика. Все мы граждане, все мы голосуем, все мы принимаем участие в избирательных кампаниях. И важна и наша гражданская позиция, и важно понимание тех современных политических технологий, а где-то и манипуляции, где-то и манипулятивных технологий. И вот наши студенты как раз этими всеми знаниями владеют.
Скажіть, будь ласка, як університет, факультет піклується про подальше працевлаштування випускників? Знаете, спасибо большое за этот вопрос. Буквально, вот если говорить о 2020 году, то мы заключили целый ряд очень важных соглашений. И это позволяет нам говорить о том, что наши выпускники могут быть после обучения трудоустроены. Есть целый ряд примеров. Ну, я не буду называть фамилии, но несколько выпускников, они работали и возглавляли избирательные кампании на выборах, притом по всей Украине. Несколько выпускников у нас, мы их как раз поздравляли, они были избраны депутатами различных уровней, в том числе депутатами Одесского районного совета. Наша одна из выпускниц работает сегодня в крупной американской компании. Она окончила именно специализацию такую, как социология, и работает сегодня маркетологом. И несколько наших выпускников также работают именно по такой специальности, специализируясь на маркетинговых исследованиях, на бизнес-исследованиях. Почему так происходит? Потому что при поддержке, благодаря усилиям президента Академии Сергея Васильевича Кивалова, вся система подготовки психологов, политологов и социологов с первого курса, она носит прикладной характер. Ну вот возьмем, например, наши базы практики. Я уже сказал, что мы заключили целый ряд договоров. Например, с Ассоциацией психологов «Психея». Там проходит база практики. Сергей Васильевич Кивалов подписал разрешение нам, и наши студенты сегодня будут проходить практику на базе юридической клиники. Это решение университета, и наши студенты также вместе со студентами-юристами будут давать, уже они дают юридические консультации, а наши студенты психологические консультации. Также наши студенты проходят практику на базе Комитета избирателей Украины. Вы знаете, что это всеукраинская, очень мощная, серьезная организация. Также эта организация, Комитет избирателей, проводит постоянные мероприятия на базе юридической академии. Наши студенты в этих мероприятиях участвуют, получая бесценный опыт практики, практических навыков. Также, вы знаете, мы очень активно сотрудничаем с целым рядом университетов в Украине и за рубежом. Ну, среди украинских университетов я бы назвал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Вот буквально несколько месяцев назад в этой студии мы говорили о совместных программах подготовки психологов и социологов с деканами, с деканом факультета психологии Киевского университета Шевченко и с деканом факультета социологии Киевского национального университета имени Шевченко. И такое сотрудничество говорит о том, что мы совместно проводим мероприятия, тренинги, симпозиумы, совместно участвуем в практических мероприятиях, которые направлены именно на подготовку такого рода специалистов. Ну и, конечно, наверное, это тоже еще одна такая фишка нашего факультета, это что наши студенты уже с первого курса выезжают на профориентационные экскурсии в Верховную Раду Украины, в кабинет министров Украины, раньше в администрацию, сейчас в офис президента Украины. С какой целью это делается? Они знакомятся с теми условиями, да, с как принимаются законы. Вот Верховная Рада Украины. Как работает, как устроен механизм принятия решений в кабинете министров. А затем, вот с первого курса они поехали на профориентационную экскурсию. Со второго курса лучшие студенты факультета проходят практику на этих соответствующих базах, в комитетах Верховной Рады Украины. И затем они там же трудоустраиваются. Вот одна из наших студенток, она работала, сейчас она работает помощником народного депутата, но также пройдя именно все эти этапы. И то же самое касается грантовых вот моментов, связанных с получением грантов. Как раз несколько студентов наших именно выиграли гранты, и они сегодня работают и применяют свои знания на базе программы РАДА, грантовая программа USAID, которая действует на базе тоже Верховной Рады Украины.
И вот это такая система. То есть это не значит, что они вышли, да, и дальше мы думаем, куда их трудоустроить, когда они выходят из стен университета. Нет. Это последовательная система подготовки, которая, начиная с первого курса, направлена на то, чтобы они уже понимали, прицеливались к своему месту работы, к первому месту своего трудоустройства. Розкажіть, будь ласка, про матеріально-технічну базу університету, факультету, у яких умовах навчаються майбутні психологи, політологи та соціологи? Наверное, все уже в Украине знают, что лучшая материально-техническая база как раз в Национальном университете Одесской юридической академии. И, наверное, кто-то гордится тем, что у них есть компьютерные классы, да, компьютерные аудитории. А вы знаете, что в юридической академии это компьютерный дом, то есть где несколько этажей, и там расположена компьютерная техника по последнему слову техники, самых последних моделей. И это очень важно. Почему? Потому что сегодня, вы знаете, вот мы так говорим о том, что это и социология, и психология, и политология, но каждый сегодня должен уметь пользоваться не только компьютером, но и теми программами компьютерными обработки больших данных. И вот это сегодня очень важно не только для социологов, но и для психологов. Потому что психологи, и политологи, и социологи – это люди, которые проводят эмпирические исследования. То есть они не просто берут материалы, а они опираются на цифры. А цифры они получают в результате исследований. Поэтому материальная база нам очень помогает, юридической академии. И хочу сказать, что, вот знаете, обращаясь, может быть, уже так ко всем родителям и ко всем абитуриентам, что, конечно, самый лучший город у нас – здесь солнечно, здесь море, здесь воздух, здесь специфическая атмосфера. И, конечно, это первое преимущество. А второе преимущество – это, конечно, Национальный университет Одесской юридической академии. Это касается и общежитий, условий проживания в общежитиях. Они, наверное, самые лучшие в Украине. Это касается и материально-технической базы, о которой мы с вами уже говорили. Это и компьютеры, это и современные аудитории. И, вы знаете, мы даже используем эту базу для того, чтобы вот буквально с этого года будут читаться новые курсы для наших студентов, буквально уже начиная с первого курса. Это и современные политические технологии. Это сейчас я говорю о тех курсах, которые непосредственно опираются на компьютерные технологии. Основы блогинга, электоральная социология, социология стартапов и инноваций, социология проектирования. Вот основы блогинга, да, мы понимаем, что сегодня там социология интернет – это то, без чего не может сегодня быть ни один специалист. Почему? Потому что и психологу, и социологу, и политологу он должен уметь обладать инструментарием, как продвижение какой-то фирмы, компании, кандидатов в депутаты. Но сегодня это все делается при помощи социальных сетей, при помощи интернет, при помощи современных технологий. И вот как раз наши студенты будут владеть именно этими технологиями. Які предмети з зовнішнього незалежного оцінювання потрібні для вступу на факультет психології, політології і соціології цьогоріч? Знаете, сегодня в Национальном университете Одесской юридической академии для того, чтобы стать психологом, политологом и социологом, во-первых, я бы хотел сказать, что Национальный университет – высшая ступень аккредитации, и это значит, что у нас на факультете есть достаточно большое количество бюджетных мест. И я призываю всех, придите, возьмите эти бюджетные места. Прийти поступить на бюджетную форму. Да, сегодня, наверное, сложнее, чем это было раньше. Но это очень престижно и очень почетно. И я уверен, что те абитуриенты, которые целенаправленно будут готовиться, они смогут это сделать и смогут стать студентами, ну, как мы говорим, студентами-бюджетниками и получать еще стипендию, обучаясь в Национальном университете Одесской юридической академии. Вот какие нужно предметы сдать. На все три специальности нужно сдавать украинскую мову, литературу, историю Украины и математику. Вот это три базовых предмета, которые необходимо сдать, чтобы стать студентом факультета психологии, политологии и социологии Национального университета Одесской юридической академии. Я сейчас повторю еще раз, но я просто обращаюсь ко всем, что, пожалуйста, сегодня любую информацию можно найти в социальных сетях,
Мы там очень активны, и национальный университет, да, и факультет. Там можно найти сегодня любую информацию. Заходите на сайт университета, звоните по телефонам и факультета, и приемной комиссии университета. Есть своя специфика. Вот мы вам ответим на все вопросы, то есть не стесняйтесь. Можно всегда позвонить, можно всегда выйти в интернет и написать и так далее. Но еще раз повторю. Украинская мова – это литература, история Украины и математика. Ну, а что касается вот здесь уже, когда варьируется на выбор, да, и можно здесь уже выбирать другие предметы. Тут и иноземная мова, и география, и биология. Для того, чтобы сейчас не запутать наших будущих абитуриентов, да, не давать лишнюю информацию, я просто призываю, что надо серьезно отнестись к этому. Впереди у вас самый важный выбор в вашей жизни. И для того, чтобы этот выбор совершить, чтобы он был рациональным, чтобы вы могли получить престижную работу, любимую работу, за которую еще и будут хорошо платить, а это сегодня очень важно. Но мы понимаем сегодня, что в мире это очень важно работать на перспективу, чтобы были высокооплачиваемые рабочие места, и чтобы люди могли заработать себе на жизнь в нашей стране, а не уезжать куда-то за рубеж. Так вот, выходите на сайт, принимайте решение, только взвесив всю информацию. Почитайте комментарии, выходите на сайт, позвоните в приемную комиссию, там вам ответят на все интересующие вас вопросы. Як відбувається навчання в період COVID-19? Ми знаємо, що Національний університет Одеської юридичної академії одним із перших перейшов на дистанційний формат навчання. Це і комп'ютерні технології, досить розвинені. Як керівництво університету та факультету піклується про безпеку своїх студентів? Знаете, мы когда говорили с вами о материально-технической базе, действительно, что она очень, не только очень хорошая, да, но действительно и такой, как это, если так уже говорить техническими терминами, метраж, да, позволяет сохранять необходимую дистанцию. Это я уже говорю, когда мы выйдем, надеемся, что мы выйдем, потому что, конечно, очень важно, что образование сегодня, и все мы заботимся о здоровье наших студентов, наших уважаемых преподавателей, а у нас более 20 докторов наук, профессоров преподают на факультете. И для студентов очень важно, что поддерживаем постоянно с ними связь. И действительно все лекции, все семинарские занятия, вот знаете как, пара в пару, вот занятия были у нас организованы онлайн. Использовали различные платформы, в том числе платформу Zoom. И студенты выходили, и занятия проходили, но все равно мы все уже соскучились за офлайн обучением, за тем, чтобы встретиться с нашими студентами на занятиях глаза в глаза, чтобы давать ту информацию, которая им необходима, и проводить те тренинги, которые нужны. Да, поэтому, конечно, надеемся, что карантин закончится. И школьникам, которые выходят уже с понедельника на занятия, желаю удачи и успехов. И будем проводить профориентационную работу в школах. А что касается студентов, то мы встретимся в конце февраля, в начале марта. Еще раз я подчеркиваю, что очень важно, вы знаете, такое было обеспечено в университете непрерывное образование. То есть не был разрыв в образовательном процессе. Были в начале встречи офлайн, да, мы занимались, учились, дали задания, потом перешли в онлайн, но это объективно. А теперь снова ждем встречи в офлайн. Зараз я дивлюсь на нагороди факультету, і тому наступне питання. Які спортивні та культурні заходи влаштовуються в Національному університеті Одеська юридична академія задля духовного та спортивного розвитку студента? Ви знаєте, маса мероприятий, не буду довго на цьому останавливатися, тому що дуже насичена студентська життя. И это мероприятие, которое, ну, и развлекательного характера, ну, и, конечно, спортивного характера. А очень важно, чтобы студенты были задействованы не только в аудиторных занятиях, да, не только в библиотеке, да, или там онлайн, а чтобы они имели возможность, вот дебют первокурсника, я считаю, что это великолепно организованное мероприятие университетского масштаба. Несколько раз студенты факультета психологии, политологии, социологии занимали призовые места, выигрывали этот конкурс, и всегда это очень весело. Всегда это очень интересно и очень всегда объективно. Но и спортивные мероприятия, знаете, как это идет такая коммуникация, и коллектив в итоге, и университетский коллектив, и студенческий коллектив, это позволяет сплотить коллектив, и это позволяет войти
безболезненно, спокойно, да, войти новым студентам, да, которые вчера еще были школьниками, сегодня они уже будут студентами Национального университета детско-юридической академии, войти. Это мероприятие развлекательного характера, это тоже нужно и важно уметь студентам не только хорошо учиться и заниматься, но и отдыхать. Это тот уровень жизни, к которому, конечно, нужно стремиться. Зараз у вас є можливість звернутися до майбутніх абітурієнтів та запросити на найближчі дні відкритих дверей онлайн чи офлайн же. Да, я хотів би звернутися дійсно до всіх абітурієнтів, до їх батьків, що двері Національного університету Одеської юридичної академії вже в кінці февраля відкриті, і ми чекаємо всіх для того, щоб ви прийшли і побачили своїми очима, як у нас устроєн учебний процес, как работают все службы университета, действительно, как проходит учебный процесс. Приглашаю на любую лекцию, на любое семинарское занятие. Знаете, это одно, когда это рассказ, когда это мы говорим об этом, а другое дело совершенно, когда можно прийти и самим увидеть. Профессии политолога, социолога, психолога, они сегодня очень востребованы, они сегодня очень высокооплачиваемы. Хороший психолог получает за свою консультацию точно не меньше, чем хороший юрист. Идет почасовая оплата. Хороший сегодня семейный психолог, детский психолог получает от 500 долларов в час за индивидуальную консультацию. Также психологи проводят тренинги, семинары. И наши преподаватели, мы гордимся этим, что они все являются практиками, вот практикующими психологами. Посмотрите, если мы берем избирательную кампанию, то, конечно, политические технологи, да, главы избирательных штабов, те люди, которые занимаются избирательными кампаниями, они сегодня могут обеспечить себя, потому что бюджеты, электоральные бюджеты избирательных кампаний сегодня в Украине исчисляются миллионами долларов. И, конечно, это все бюджеты, которые обязательно, чтобы в их направленности участвовали специалисты-политологи, специалисты-социологи. Мы говорим электоральная социология, да, это предвыборные опросы, но есть еще очень много применений для социологов. Это социология искусства, социология политики, социология бизнеса. Вот маркетинг, это как раз исследование рынка. Сегодня бизнес заинтересован в том, чтобы любое решение по развитию бизнеса, особенно в таких сложных условиях, как COVID-19, чтобы прежде всего были социологические маркетинговые исследования. А маркетинговые исследования проводятся при помощи социологических исследований. Методы-то социологические. Поэтому вот такие три специальности, они очень мощные, они очень востребованные и высокооплачиваемые. Пожалуйста, приходите, посмотрите наши лекции. Наши двери всегда открыты. Приходите на семинарские занятия. Приходите, звоните, читайте, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. И обязательно станете хорошими специалистами в Национальном университете Одесской юридической академии. Дякую вам, пане Денис, за такий конструктивний діалог. Бажаємо вам побільше перемог, швидшого виходу з локдауну. Усіх вітаємо ще раз з Днем Соборності України. Нагадую, що у студії репортеру був декан факультету психології, політології і соціології Національного університету Одеська юридична академія Денис Яковлев. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь на телеканалі «Репортер».